Свидетелями еще одного зрелища, но уже не культурного, а природного, стали сегодня горожане. Утром на Луну упала тень, и часть спутника Земли стала не видна. Этот момент запечатлели сотни человек. Затмение началось около 9 утра, оно было полным, но уральцы смогли наблюдать только его часть, потому что Луна очень быстро зашла за горизонт. Кульминацию природного действия увидели Москва, Лондон и Париж. Как описывали в социальных сетях свои впечатления екатеринбуржцы, буквально за час спутник из идеально круглого превратился в кусочек сыра, причем розового цвета, а в 11 часу совсем скрылся из виду.